Приветствую всех, с вами Нидерамс, мы продолжаем проходить Diablo The Hell. И попробуем снова сходить сюда. Что здесь самое оптимальное сейчас находиться? Я смогу здесь выживать. О, чертовы колдуны, колдуны это очень плохо. Понятно. И, пожалуй, лучше все-таки вот это. У этого того колечка хорошие бонусы, но они очень малозначительные, когда их они не дают сильных бонусов, они дают много маленьких бонусов. Тут полезнее большой бонус. Понятно. Не, в тот раз, конечно, когда я играл и не было вот этих, было куда круче. Ненавижу этих колдунов. Одна его... Это... Вспышка не так страшна. Она у нас тут никто не денется, насколько я понимаю его поведение. Им просто некуда идти. Он пытается как от меня идти, но через стену он не может телепортироваться. Окей, как-то осилили. Ну что, я сейчас перезапущусь еще раз. Потому что колдуны это вообще ад. У меня стихийная защита достаточно низкая, чтобы я с колдунами мог справиться. Либо же я сразу загляну на следующий уровень. Потому что, по сути, 13 этаж я-то прошел. Я не знаю, кто будет лучше. С кем проще будет справиться. Давайте глянем, что у нас на следующем этаже творится. О. Вот такой обычно у меня первый ад. Ну, похожего цвета. О, вот это куда приятнее. Больше бы вот этих мелких мутантов было. Что с ними сражаться одно удовольствие. Проблем я от них вообще не получал. Как уже говорил, кажется, в прошлой, что ли, серии. О! Котел. О, магический... Он не может навредить. Кстати, это хорошо. Бочки в тему. Черт, я бочку раздолбил. Ладно. Да, магический вред не может навредить. Очень быстро. Хорошо. Лучницы какие-то. Лучники.
Да... Какого же хрена? Это же опять окно зацепил случайно. О, вы так хорошо вздыхаете. О, миско. Иди сюда. Надо пойти за зельями. Так. Я не хочу рисковать. Кстати, это нежить, оказывается, это не демон. Все равно как резво убивается. Стопли против нежити как раз хороши, дубины, я не помню. Они хороши против скелетов, а вот... А хотя да, скорее всего, против всей нежити. Так что да. Пом. Ну, неплохой, конечно. Берем. Из этого мне с собой ничего не нужно. Фух. Продадим это, потратим. Четырнадцать баночек могу купить. Не-не-не. Сразу на себе куплю. Так, ты мне ничего не говоришь? Ты квест тоже не даешь? Кстати, а вот к этому... Я же мясника убил в прошлой серии. А, его уже убрали. И никто мне награду не даст за этот квест, потому что... Квест был чисто... Смысл квеста убить самого мясника. Мне его никто из живых не давал. Мне тоже не дашь, да? Ты мне тоже не даешь квест. Печаль. Что поделать? Кто меня здесь? Это плохо, это плохо, это плохо. Это адски. Плохо. Самое плохое, что я вот здесь бочку тогда одну случайно раздолбил, и в итоге кончились все бочки. Нет, это не вариант с ними так в открытую сражаться. Нет, сразу давайте перегрузимся. Я не знаю, как с ними правильно сражаться. Стоп, 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 а если я пойду не туда, а вот сюда, например. Я не могу попасть в эту штуку. Ага. Ты на меня снова нападаешь. Кстати, пока он один был, это было хорошо. Против одного есть шанс что-то сделать. Только против одного, не против всей толпы. Вот хорошо, что босс как-то быстрее передвигается, что ли. Нет? Да ну, беги ты! Не застревай ты об меня.
Когда этих тут реально много. Так вот вы, демоны, откройте меня. Отлично, сумел. Так, ну этих уже можно потихонечку гасить. Без босса. Они не настолько сильны. Но все еще сильны. Особенно толпой. Хрень какая-то. Даже как-то обидно, что такая хрень выпала. Кто? Сколько у вас тут еще? 5 штук, да? Надо вот в этих их запутать. Ты что, меня стукнул? Ты что, козёл, что ли? Иди ты уже и сдохни. Так, отлично. Остались только эти. Обалдеть. Ну эти вроде нормально дохнут. Не хотелось бы, чтобы сейчас был тот момент, когда они начали доставлять мне проблемы. Ну, давайте я сейчас подожду, пока манас... А, стоп, чё мне ждать, манас регенится, зелье есть. Даже в город неопределенно надо. Поэтому давайте придадим. Не, урон, конечно, неплохой, вот электричество. Но что-то не то, знаете ли, все равно. Не то, чего ожидаешь от такого этажа. Давайте заберем монеты, а то уже не на что лекарства брать. Золото. Я подчинился? А, я не подчинился. Ладно, сначала давайте возьмем этих. Нет, это мне не надо. Давайте вот так пока что возьмем. Чиним все это безобразие. Хорошо. Кое-как эту толпу загасил. О, еще зелишко. Значит, сюда хотел пойти. Мне не дали сюда пойти в тот раз. Снова вы, но сейчас вы без босса. Но все равно надо вас как-то поаккуратному. Если вас слишком много, вы хорошо зажимаете.
Конечечко. А, здесь все. Ну, скоро уровень, кстати говоря. И это прекрасно. Ты что даешь? Ага. Именно благодаря этому амулетику я могу лук свой надеть. Чё ж вы они палки-то даете? Ты бесполезный, ты бесполезный. И наверняка за эту штуку по какой-то причине много денег дадут. Голем. Ты тут не надо. Сделаем. Ловкость все-таки главный параметр для этого персонажа. Ага, хаумит. Мне бы еще там, это заклинание Фьюри прокачать, по-моему, оно меняет эффект, усиливается. Рост уровня. Это было бы логично, иначе зачем делать его заклинанием, которое может иметь 15 уровней? Угу. Погодите, что? Я думал, это робот для мага. Как долго он эта штука живет? От этого они сдыхают почти сразу же. Странно. Я тоже так могу. По сотне урона где-то за стрелу среднего выходят. Хороший такой урон. Давненько таких зелий не видел. Снова вы унитазные звуки издаете на меня. Короче, давай. Заканчивайся уже. Сохранялись. Двадцатый уровень уже. Первый, можно сказать, юбилей. Я не помню, какой тут максимальный в этой игре. Вроде максимальный 50-й, что ли. У меня никогда его не было. Я говорю сразу. О-о-о-о. Ямные демоны. Куда ты нахрен пошла? Защита от магии минус урон от врагов. Хрень.
Защита от магии — это хорошо. Но защита от всех стихий куда круче. Ставим на один ряд. Их как-то очень хорошо разносят. Возможно, из-за огня. А, это ты издаешь такой звук? До меня что-то только дошло, что это адское мясо издает унитазный звук. Выпал бы лук с тремя стрелами. Такая им баба-баба. Не попали. Ну, попали, конечно, но не попали. Кажется, приближается. Нет? А остальные отвисли от меня. Нет? Не отвисли. Ёжики ходячие. Погасит ее уже. С его расстояния, видимо. Не могу нормально стрелять. Против вас очевидно, как надо бороться. Ага, это босс. Сказал я до того, как заметил вот этого синего голема. Иди ты, дорогое заклинание. Каменная тень. Так, используем. Что не сдох еще. Так, бригандина. Чем бы она ни была. Давайте в город тогда сгоняем. Но вот с этими врагами намного проще справиться. А зачем ты мне? Ты мне нужен. Вещь хорошая, но... Да, пожалуй, на самом деле... Хотел сказать нет, но на самом деле да. Да, лук я не могу использовать. Как минимум, сейчас я хочу изучить что-нибудь. Всякие уберем пока. Книги. Лечение, заряженная штука, фаерболт. Рефлект, мне кажется, стоит взять. Так, это я на такую высоту я явно не подниму. Я не помню, что даете ли вы магию. И все оружие. Есть какое-то к магии крови? А места нет. Нет, взять прочь. Нет, взять оружие. Все.
ты не даешь ничего, ты тоже не даешь ничего. Я имею в виду именно магию. Ну, прекрасно. Опа. Ты еще плюс к магии даешь. А, я вот этот амулет снял, чем вот этот. Потому что виталити понижает. Можно даже еще так сделать. То есть у нас теперь 53 магии. Ага, места нет. Конечно, гениально, он так положил книжку посреди. Этот книги. Так, теперь возвращаем на место. Это обязательно нужно. Так, выйдите или не это? В общем, вот эти два кольца у меня будут с собой. Так, это я уберу, чтобы его не выкинуть. Нет, это надо оставить. Магию она неплохо дает. Так, и это не моя. Вот это моя. И вот это моя. Это. Good day. How may I serve you? Давайте сохранимся. О, кстати, неплохо так на самом деле. Осталось узнать, сколько она еще лечить будет. Будет сколько? Ага, 44-176. То есть пара кастов хватит на полное излечение, в принципе. В среднем. Так, это в хлам. Это оставить. Это в хлам. Это в хлам. Так, лук. Эту палку ни за что чинить не надо. Пошла она куда подальше. Вот этой вот дамочке палка это пошла бы. What ails you, my friend? Так, давайте возьмем из своего хранилища несколько зелий маны. Их у меня было дофига, а теперь от них будет смысл, потому что я могу, по крайней мере, их использовать. Давайте 5 штук возьмем. Давайте вот так. Сохраняемся. Делаем эту штуку. До сих пор не разобрался. Зачем? Но делаем. Броня для силы. Щит, просто который снижает урон. Так, я не помню, я, мне кажется, я много сохранился, но я не помню, просто сохранился я или нет. Готово. Нормально. Прямо в разгаре боя, конечно, это не так удобно. Чисто даже из-за того, что... Чё? Я куда-то попал, кажется.
Не попал. О. Красавчик, иди сюда. А! Красавчик, больно же. Больно какой-то. Больно, красавчик. Так, что у меня есть? У меня ничего нового нет. Давайте зелье съедим. Пригодится. Забавно. Меняется цвет одежки. Товарищи, мясо. Я делаю вам больно. Кстати, не в магии отбирают. Да, давай. Да, давай. Хорошо звучит. О. А что я стою не в центре этого взрыва? Так, где у нас еще не исследовано? Так, здесь небольшой кусочек. Здесь вот комнатка маленькая. И вот эта часть. Давайте тогда сначала вот в эту часть, так называемую. А потом уже вот таким вот кругом и в ту сторону. Так, сохраните поближе. Сундучок стоит. Чё на меня ударился? Здесь вообще сложности не возникает. Если возникает, то совсем совсем чуть-чуть. Был бы у меня такой 14 уровень в моем первом забеге. Было бы классно. Ну, дамочки, конечно, нубы. Я не знаю, почему вы так легко вздыхаете от лука. Вот это мне не нравится. Мне кажется, он будет больно бить. Хорошо, у него регенерация небольшая. Не попал, не попал. Да, дружище. Даже если стрела, кстати, пролетает сквозь этого, она с большой долей вероятности попадает кого-то за ним. Что, еще один? А, нет, это... Он просто пробежался прямо по...
освещенному участку. Из-за этого сам подсветился, будто бы. Ну, сдохни. Все больно бьют, когда их несколько. Ну, их скорость — это главная их слабость. Потому что даже если они бьют очень больно, то уклониться от них не составит проблем, именно из-за того, что они маленькие ходячие тормоза. Взять это, взять. Зелье мана тоже взять. Даже, я бы сказал, съесть. Следующем уже интересно, кто будет в количестве, ну, именно в плане врагов населения. Хотелось бы, чтобы были какие-нибудь не особенно сложные типы. Вот типа вот этих вот. Тогда я смог бы легко одолеть их. Но будут наверняка колдунов туда напихают, или там суккубусов этих разных. Так, то там я был, значит, берут в этот участок. Очень маленький кусочек уровня с другой стороны был обследован. О, дамочка большая. Блад Рейвен? Прямо из старого дьявола, да? Пришла сюда. Улетает у нее, конечно, здоровье просто супер быстро. Почему такую хрень дали? Не понимаю. Но ее зачем-то дали. И именно такое. Мы здесь вроде все избегали. Разве что вот уголочек, куда сейчас курсор показывает, вот там вот. Вот здесь вот внизу в самом карта на тот момент. Туда сейчас бегаю. Просто чтобы убедиться, что я там не пропустил какую-нибудь очередную пачку врагов с боссом. Что враги с боссом могут дать что-то интересное. Помимо опыта. Скорее всего, я там ничего не упустил. Ну да, но проверить стоило, однозначно. Ну вот в этот вот маленький кусочек я не пойду уж. Там явно никого нет. Тем более, там, по-моему, был, просто он не прогрузился из-за неудачного ракурса. Там нужно как-то диагонально пробежаться, тогда этот уголочек откроется. Кольцо. Что мне продать его? Это бесполезно. Это бесполезно. Это тоже. Это тоже. И даже вот это. А у меня палки нет, поэтому нет смысла идти
покупать себе. Че, продавать палку. Ну, поговорить стоило. Ну, на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.